Друзья, перед началом этого ролика хочу сказать, что у меня на канале сейчас проходит масштабный конкурс общей суммой на 9000 рублей, итоги которого будут подведены 27 февраля. Всего победителей будет 10, все условия конкурса есть в описании, обязательно участвуйте. Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале GameRus TV, и в этом видео я вам покажу продолжение своего пути до спецназа. Последние дни ролики по этой рубрике совсем не выходили. Все это было связано с тем, что выходил конкурсный ролик, ролики с открытиями. В ближайшее время этого контента больше не будет до обновления, когда появятся ревайн кейсы. Поэтому дальше ММ будет выходить стабильно, как и выходил на канале. К сожалению, эти катки были не особо хорошими, потому что в первой нам попался руинер, который просто взорвал себя гранатой на базе. А дальше нам попадались БГ-юзеры, причем не один, а несколько. И это все очень и очень плачевно. Также обидно, что БГ-юзил чел, который меня узнал. Не знаю, был ли он моим подписчиком или нет, но неприятно, когда тебя узнают и намеренно руинят игру. Не забудьте поддержать ролик лайком, если он вам понравится, и подписаться на мой канал. Больше не буду задерживать. Всем приятного просмотра, друзья. Алло. Алло. Привет. Привет. Что-то мне там моменты стал вырезать. Минус мастер 2. Там Алон, колонн 2. Помогите тебе быстрее, нить тут. У меня минус мастер 2. Понимаю. Помогите, Алон, у меня должен быть стал плюс мастер 4. Один в углу. Голова отлетела. Бомба здесь. Бомба тут. Найс. И опять сюда. А вон мид. А вот он. Ой, да что за тайминг? Ну... И мы даже тащим с руином. Мы тащим даже с руином этот Алонг, тихо. Там в прессе сидит. Он то видел. А им топ. Топ, а им. Лестницу. А, понял. Лестница один. Я говорил, как он лестница. А, да. Куда ты мид пушит? Хз. А лонг стоит, убил.
Блин, я под флешой. Пошли, пошли. Тихо. Попрошу вас. Ой-ой-ой, спасибо. А, да господи. Тихо, живите. Где он? И как вы сдохли? Сказали. Вас слева, слева. Я знаю, что он слева. У тебя позиция не очень. Куда мне идти? Встань за эту херню справа. Офигенный ориентир, какую? Да я не знаю, как называется. Да бомба там. Или мне кажется, нет, бомба там. Нет, не кажется. Он с баланга может обойти, наверное. Ну типа он с баланга может обойти. Куда мне встать? Говорите. Если бы я там стоял, он бы меня не убил. Давайте сыграем, зачем? Ты не испортил. Денька, пошли опять будем. Зачем? Нож не бери. Мид. Мид, блядь, не там. Домой. Второй. Еще есть. Ну что, в кои-то веки у меня идет игра нормальная, и мы проигрываем из-за руин. Мы проигрываем, потому что счет 5-5, это КТ-мап. Это КТ-мап. Ну хорошо, давай. Окей, хорошо, показывай скилл на Т-сайе. Я буду ждать. Чекай на Т, за Т я выйду в КД. Зашли. Понимаю. А, так у него еще и боб. Ну, не, он это исправит. Так он все, он же себя, сам себя убивает. С него бомба выпадет. Ну, хоть в этом не руинит. Куда лонг? Хоть бомбу отдает. Чё по ему просто? Забери с меня СГ. Спина. Я же говорил, он кидет. Сейчас мид будет, блядь. Мид. Стерис это где? Что? Стерис это где? Не знаю. Ещё у нас мид возле побочки. Так и знал. Она же-то не знает. К вам идёт. Да куда не успеешь ты, ему как раз надо плентить. Так, кто это подключается, отключается? На, чеки. Зад, будь. Напиши зад. Так ты ему написал бы. Фалтон, это же Т-мапа 5-13. Он 5 на 13 идет. Большая. А, ну да, может быть, так видно. Окно. Да он задолбал. Фалтон, давай. Фалтон, давай, я с тобой наблюдаю. Он не в дискорде. А, он видно? Понимаю.
Ну пусть класс показывает. Профиль в деле. Ну, да, ты мама. Профиль в деле. Господи, ненавижу, почему опять какие-то руины, а? Тоник, возьмешь 1-4, я это тебе вырежу. Я тебе это вырежу. Я тебе это вырежу. Сегодня, понял? Хорошо. Чтоб мне это не потерял, то ты мне еще 4 момента должен. Какие эти 4 момента должен? Ну ты мне только 3 вырезал. Какие нашел, такие вырезал. Спасибо. НТ, все. Чисто за счет одного человека. А Фэлкон в АФК просто стоит. Да пофиг уже, типа. О, Джеки. Да, мы сейчас идем ММ. Сейчас мы это проиграем. Стой. Ой-ой. Фэлтон. О, там Фэлтон, давай быстрей. Окно. Гимрус, не-не-не, иди. Ладно, там двое, там двое. Один окно, один окно чекать. Ой, нет. Я комментатор, давай. Один низ, один окно. Чё по времени? Блин, будет пик? Мы проиграли. Его Эхер. Обошли. Его отсюда обошли? Нету. Геймрус, он прострелил. А, понял. Снизу, за эту штуку, да. Он тебя видел, Геймрус, ты куда смотришь? Нет, он снизу. Ты что делаешь? Я его не видел. Говорю, он снизу, за эту штуку, ты стоишь, дальше окно чекаешь. Я его не видел. Ассист опять. Кто у меня? А, нет, за что? Ой, а, у них хил багает. У нас спина один. Проходите. Чекай спину. А, чекнул. Номбоу. Один пойдет с КТ. Я видел. На карте. Ну все, по двум есть инфа, Тоник. КТ убили. А Джеки может что-то будет делать? А, да? Фэлтон сейчас зарешает, смотри. Смотри. Фэлтон крутой, смотри. Раз. А, да, он крутой. Смотри. Ну это было красиво. Крутой. Опять Фэлтон, не удивлю. Фэлтон, ну хотя бы затащи. Ну затащи. Я немножко в Фэлтона не верю. О, и, короче, дальше в Фэлтона не верю, чтобы он мог выигрывать. Жеки в дискорде. Ага. Багает, забагался. Их там опять еще один. Еще один забагался, стак забагался. Кидаем на них за хакинг. Точно 4? О! Выключил частицу, убил двоих. Блин, так непривычно без частиц, капец. А, это, кстати, реально помогает. Типа, я хотя бы вижу, откуда летит. Правда, непривычно. Еще один мин тоже.
Ну мы зря тут все стоим втроем, типа нам надо разные позиции чекать. Сними-то, пойди, короче, их там двое, потому что там никого нету. Через коннектор мне обойти? Они запушили. Где они? Лаз где? Там же, где бомба. Сейчас, я попробую через мид. По логике я не должен вообще читаться. Тихо. Тихо. Ну, он меня видел. Он справа. Я знаю, я знаю. Вот оттуда пойдет. И вот и там еще. И там еще ласт. Там еще ласт. Блин, я перезаряжусь. Так, ну вы живите. Ласт вот там был. Окей, хорошо, если он у тебя, я захожу в спину. А он опять забагался. Там мид очень много. Они реально заметил. У них фулл баг. Они просто фулл багают. Ага, он просто радаром пользуется, он не багается, у него другая функция. Что выиграли? Круче стою, где-то не знаю где. Вот понятно, вот он опять забагал. Ты видел? Ты за мной наблюдал? Он тупо забагал. Он меня же... Вот он опять забагался, да? Они вдвоем опять забагались. Рузик и стак. Я не хочу в это играть. Ты понимаешь, ты видел, куда он забагался? Ты это видел? Он забагался за ту сетку. Ты еще понимаешь? Я не знаю, с кем я сидел, он забагался за сетку, куда в принципе нельзя зайти. А, это значит за мной сидел. Он за сетку забагался. Если убил меня, убил. Там еще один. Я не вижу смысла играть в этой игре. Ну, именно этой. Еще один не забагался. Это А или Б? Это Б. Сиди здесь, иди на эту базу. Это А. Я понял. Там на Б два чела. Второго убей, давай на мой. Кимрус, ты что сделал? Ты клатинин в 3 сделал. Я просто понял, что я когда серьезно играю, я сливаю. Типа я начинаю слишком сильно концентрироваться, из-за этого у меня реакция проседает. Багался, походу. Хотя, может, не багался, может, просто сидел. Амид. Точно амид? Ну, сам тогда. Бомба здесь. Как тебе играть? Мне
как, а? Четверых. Ну он коцан. Пусть затащит. А это что за багайс в форме? А что это было сейчас? Кто-нибудь понял? Ты видел? А куда он делся? Нога прошла. А он сквозь всю стену пошел. Нет, вроде. Ты за Фаунтоном последил? За Джейки. Ну, короче, ему с ПФа вышли. И сразу его посмотрели. Джеки, давай, там, как у меня, как у меня в ролике, давай. 1 в 3. Ой.
has been planted. The bomb has been planted on A. Bomb has been planted. Coalition wins. Друзья, на этом видеоролик подходит к концу. Всем спасибо огромное за его просмотр. Поддерживайте ролик лайками, если он вам понравился. И не забудьте подписаться на мой канал. С вами был Геймерус. Мы увидимся уже на новом видео. Всем пока.